Давай. Бурными аплодисментами приветствуем наши свадебные, искры наших фитилей свадебного салюта. Вот так, да? Итак, знакомимся. Михаил, аплодисменты. Евгений, аплодисменты. Александр, аплодисменты. Владимир, аплодисменты, я не поняла. Юрий, как-то вот, да, вас незаметно. Олег, правильно? Аплодисменты, пожалуйста. Мальчики, когда я скажу, икра пошла, вы поворачиваете к себе вот ту даму, которая вас с собой привела. Ну, подходите к дамам, которая вас привела. Крепко обнимаете ее и целуете в любое понравившееся вам место. Что стесняемся? Салют вообще молчит. Он еще не зажегся и не скоро зажегся. Поэтому, мальчики, пользуемся вообще. Смотри, какой торт. Молодец, он тоже всех отвлек. И репетируем, да? Я смотрю, Миша готов. Да, Миша готов. Итак, искра пошла. Замечательно. Че не поцеловал? Бегает фитиль. Мстится суровый взгляд. Петульки работают. Хорошо, молодцы. Ну я смотрю, вы вообще грустные какие-то. От этих вам попадет, я так понимаю, с кем пришли дамы, да? Они так грозно на вас смотрят. Ну чтобы у вас была поддержка вообще. Из крана вообще чего получается? От любви. Молодец! Конечно, нашим мужчинам не хватает трения, да? А для этого им нужны терки. Поэтому, мальчики, которые искры, идем и выбираем каждый себе по терочке. Выбираем. Ну, чтоб уж получать, так получать. Если уж пошел по чужим, так иди по чужим. Своя и так уже надоела, да? Так, ну давайте мы как-то в колоночку так вот быстренько, чтобы, да, сначала идет терка, потом идет фитиль, какой фитиль, потом идет искра, потом фитиль, потом салют. Вот как-то в команды, да? Итак, знакомимся с нашими терочками. Евгений, аплодисменты. Ольга, аплодисменты. Руку убери, дядя. Ксения, аплодисменты. Наташа. Аплодисменты. Наталья, аплодисменты. Екатерина, аплодисменты. Девочки, вы четко помните, кто вас позвал вообще сюда? Хорошо. Когда я говорю, терка пошла, вы разворачиваетесь к тому молодому человеку. Вы разворачиваетесь к тому молодому человеку, кто вас сюда привел. И третесь всем телом, а понравившееся вам место. Понятно, да? Оно стереться, да. Нет, главное, искры все покраснели. И не надейтесь, мальчики. Девочки, вы запомнили? Да. Все помним четко, что делаем. Да, разборки будут позже. Итак, терки пошли, тренируемся. Всем телом тремся, натираем. Чтобы искра пошла. Фитиль пошел. Ну и, конечно, там, да, петульки. Да вас уже не видно, вас уже никто не помнит, петульки. Главное, чтобы от вас звук был и громкость была. Ну вы все запомнили? Вы меня не подведете? Дамы и господа, впервые, но не на болоте, к сожалению, практически на берегу прекрасного озера Кабатуй, в честь вновь создавшейся семьи Левкоевых, звучит свадебный салют. Терки, пошли! Искра пошла! Фитиль пошел, фитиль! Что вы на меня так смотрите? Надежда в глазах, я не понимаю. Спасибо вам за ваше чувство юмора. Теперь вы можете занять свои посадочные места. В следующий раз вовремя не вернете.